Чтобы теплее было зимовать, в преддверии долгой зимы в центре урбанистики прошла ярмарка мастеров Кыстау. Далее в сюжете. Мы находимся на Кыстау, на ярмарке мастеров, которую организовал Центр урбанистики Караганды. На протяжении тысячелетий в жизни представителей кочевой цивилизации Кыстау играл весьма важную роль. Это место, где казахи проводили большую часть года, сберегали скот в самый суровый зимний период, проводили важные курултаи, занимались ремеслами. Мы находимся сейчас во внутреннем дворе здания Полалыкина 12, Терриконовая долина. Происходит сейчас ярмарка, назвали мы ее Кыстау. Кыстау – это зимовка, то есть куда все собираются, кочевники. Ну, так было раньше. Сейчас мы решили вот объединить всех ремесленников по инициативе акимата города и, вот, в общем, организовать вот такое мероприятие. Парфюмерия и украшения, пряники, сумки, сыры, изделия из войлока, товары для животных, керамика и авторские игрушки. Под музыку человеческий водоворот перетекает от одного прилавка к другому. И кажется, на них постоянно появляется что-нибудь новое. Я уже больше 15 лет вяжу игрушки. Ну, не только вяжу, и текстильные делаю. Это у меня уже образ жизни, наверное. А откуда вы узнали о мероприятии? Вообще, я у кого-то в сторис видела, а потом Наталья Николаевна Вшивцева в группе «Шибер» написала, а я там, поскольку я там давно, вот, я решила, что надо сюда тоже сходить. Центр урбанистики организовал ярмарку городскую, такую осеннюю. Они это заявили, что это красивый такой настрой на холодную зиму. Мне кажется, это классно. И сегодня выставили все свои работы карагандинские мастера. Несмотря на осеннюю погоду и холод, пробирающий до костей, расходиться гости мероприятия не торопились. Очень уж теплой и доброй была атмосфера. Караганде нужно больше подобных событий, а людям побольше добрых поводов встретиться.